Так, друзья, находимся в городе Лимассол. Лимассон. Лимассол называется у нас этот город. Вот, наш хозяин отеля нас обрадовал очень сильно. Сделал нам большой сюрприз. Сказал, точнее, мы его даже еще не видели. На ресепшене ему звонило уже третий раз в поисках интернета. Вот он все никак не появится, все бегает от нас. Вот. И постоянно по телефону говорит хорошие новости. Сейчас он приедет и сделает интернет. Но пока это сейчас длится уже 2 часа. Вот. Посмотрим, чем это закончится. Сейчас решили выйти, посмотреть, что тут, к чему. И к обратному приходу, чтобы уже надеяться на то, что интернет все-таки будет. Но в любом случае, мне уже не нравится этот хозяин. Как бы там ни было, сказал, потому что она ему позвонила, он говорит, сейчас придет. Он типа здесь в отеле живет, сейчас он придет, говорит. И потом прошло 15 минут, прошло, полчаса прошло. Вот, стало как бы интересно. Может, что случилось с нашим хозяином, может, он там шел по лестнице в отеле, пока до нашего номера шел, может, там упал, ногу повредил или еще что-нибудь повредил. Как бы стали беспокоиться за него. Но хозяин оказался не такой простой. Он куда-то исчез у нас. Вот, такие вот интересные вещи происходят. Ну ладно, с этим хозяином, с ним мы попозже еще разберемся. Сейчас мы, друзья, пойдем с вами на море. Посмотрим, как проходит жизнь морская, жизнь набережная и побережная. Это вот видите, вот здесь вот наш отель, буквально вот за этим поворотом. Ну не поворот, а вот сейчас то, что мы с вами идем, прошли. Я камеру включил, как только вышел из отеля. И вот здесь вот уже море у нас. Правда, не знаю, это мы сразу на пляж можем попасть или это просто море. То есть тоже иногда по-разному бывает. Иногда бывает море близко, но чтобы на него реально попасть, надо еще нормально так пройтись. Иногда же бывает раз спустился и море реально близко, то есть сразу же. Жара стоит конкретная, такая мощниковская. Я намазался этим кремом противозагарным. Тонну этого крема наложил, потому что реально, вот если выходишь, прямо ты чувствуешь, как горит кожа, прям при тебе у нее происходит горение. Вот поэтому, как если судить по людям, которые здесь ходят купальниках, то это значит, говорит о том, что море все-таки здесь. В смысле, пляж все-таки тут есть. Так, вот он и пляж. Все нормально. Пойдем так? Так, пойдем, да, вот так вот. Пойдем. Еще должна быть какая-то такая вот улица, по которой можешь идти. Набережная, да? А, вот здесь инжир продают. Ага. Прямо здесь на пляже продают. Да, они здесь на деревьях растут. Не, это у него виноград был последний, который он нес, да? А, да. Ватерспорт, уже все ага. Есть такое. Да, и да. Не то, что в Арнаке. Я говорю, большой пляж. Тут, да. А, да, да. Здесь побережье большое. Так, сейчас, секундочку. Да. Ну, в эту сторону пойдем или куда? На пляж? Посмотрим. Песок сел. Да, серенький песочек, немножко грязный, я бы не сказал, что он чистый, и очень горячий, реально горячий. Надо чуть-чуть прибавить скорость, потому что песок на самом деле горячий. Хорошо, что он не черный,
как на Канарах. Если бы он был бы черный, была бы сейчас как жара, то по нему идти было бы вообще невозможно. Именно вот в реальном смысле невозможно, потому что обжигает. Я вот так вот обжегся. О, здесь тоже, кстати, обжигает. Здесь уже. Потому что там темный песок был. Как темный начался, сразу очень стало не по... жарко. Что ж, вот такая вот тут здесь житуха проходит. Житуха-положуха. Вода, в принципе, чистая. Кстати, здесь вода намного чище, чем там в Ларнаке была. А? Глубоко сразу. Да, здесь глубоко, здесь нормально. То есть не детский пляж. Нормально прозрачная вода. Ага, вода вообще прозрачная, да. Да, здесь намного лучше. Намного лучше здесь. Ага. Да, это нормально. Здесь песок тяжелый. Потому что он сразу ложится обратно. Видите? Все, уже практически все. Вот я вот только поднял, он уже лег. Нету такого мутника, нету. Так, ну что, друзья, пока все. Такой маленький зарисовочек. Вон. Пляжный зарисовочек, скажем так. Вот, смотрите Анзор ТВ. Похоже, даст Бог на связь. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.